сегодня станции практически одинаково. Это радиохулиганы 3 МГц. Как он их поймал? На диапазоне СВ-1. Короткие волны 1. Если у него нет частот 3 МГц. Если он только с 6 начинает. Взялась за должность. А вот. Ну там рубля 3 шури и сколько. Вот он у меня все высвечивался в личном кабинете тоже. Ну как они на меня 3 номера были, так они ее и мой. И вот этот, который. Какой последний-то у меня был? Не тот, с которого я тебе звонил, а тот еще 902, по-моему. 902. 720. Вот это кипа. 7 у меня был. И потом все, отключили и написали задолженность. Ну а чего, у меня был другой кипа, который ловил дальнобойщиков на 27-135. Такой вот волшебный примач. И телеканал дециметрового диапазона ловит. Телеканал «Суббота» на FM. И радиолюбители хулиганов на 3 МГц. Ну вот у нее самая ранняя частота 5,9, по-моему, сейчас. Стабилизация хуёвая у нее. Ловит хулиган. Ну тут все перемешка, тут вещалки он. Сейчас чуть-чуть. Поэтому тут со мной кашу не сваришь. Так. Давай, Сашка, турбина, веди, прием. Ну, вот тут вещалочка. А, это не вещалка, это кто-то крутит круга. Это те же хулиганы, музыку гоняют, пиратят. Подряд и вещалки. Я по миллиметру ее перемещаю, стрелочку. Вот вещалка.
Так что можно 3 МГц слушать. По крайней мере, так на моем экземпляре. Я не знаю, как на других. Перестраиваться на нем не очень удобно, конечно. А, и ты уже 80 метров, наверное. Вот так вот на миллиметр передвинул стрелку и уже как далеко отскочил. Сейчас назад чуть-чуть, может. Ха-ха. Что такое? Кто-то уральских пельменей, что ли, транслирует. А, нет, это хулиганы музыку гоняют. Ха-ха-ха-ха. Настраиваться им, конечно, то еще удовольствие. Чуть сдвинул, все, потерял. Видите, как далеко, уже сразу на